Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Олег Пека, Александр Шунин. Утро на Болткоме продолжается. И, как вот мы обещали нашим слушателям, вчера, к сожалению, не удалось, но сегодня мы надеемся, что все получится. Поговорим мы о новой постановке в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Вот так. Это спектакль, посвященный Виктору Цою. И мы сегодня поговорим об этой постановке, которая состоится. Премьера 27 октября. Мы ждем вот в Hansa Speranz. Буквально нас отделяет пару месяцев, с режиссером, постановщиком, писателем, музыкантом Роман Смирнов с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы, ну вот, отреагировали на предложение из Риги сделать такой вот спектакль, потому что понятно, что фигура Цоя, ну, для кого это, ну, что-то как огромнейшее явление, то есть, как, не знаю, снимать фильм о Высоцком, в принципе, тоже всегда вызвать какой-то гнев, какое-то негодование поклонников, то есть кто-то видит эту фигуру совершенно по-другому. Ну, гнев и негодование я, конечно, боюсь вызвать. И отнес я к этому предложению с трепетом, поскольку сам бы я никогда на эту постановку не решился. У меня в Петербурге идут музыкальные спектакли, один по песням Алексея Хвостенко, другой по песням «Золотого века» Ленинградского рок-клуба. Но взяться за песни Цоя, это я бы не решился самостоятельно, если бы не поступило предложение театра. Но поскольку предложение поступило, то я стал об этом думать и советовался с музыкантами группы «Кино». И они мне дали добро на эту постановку, поскольку мы как бы приятельствуем с ними много лет, и это меня вдохновило. Я вот с трепетом, но решил к этому приступить, и есть и идеи, и соображения, и уже мы начали репетиции, и что-то у нас уже начинает получаться. А почему такой трепет именно по отношению к творчеству Цоя? В конце концов, замахивались и «Учитель» в последнее время, и «Серебренников». Да, по-разному оцениваются результаты, но тем не менее, откуда вот такой трепет, откуда такое специфическое отношение именно к фигуре Виктора? Ну, у меня лично это связано с тем, что Виктор, я был с ним знаком, мы приятельствовали, я бы не хотел сказать дружили, поскольку сейчас очень многие любят причислять себя к друзьям покойных звезд, но поэтому я бы не сказал, что мы дружили, но мы приятельствовали, он меня часто бывал, я дружу с музыкантами группы, я хорошо знаю как бы их творчество, развитие этой группы, с чего начиналось и как это все развивалось. Это мне очень близко. Я это очень люблю, это мои друзья, это во-первых. Во-вторых, я бы не стал сравнивать с тем, что сделал «Учитель» и остальные, кто снимал «Цоя», потому что мы делаем спектакль не о «Цое», а по песням «Цоя». Это скорее желание не передать портрет героя из серии «Знаете, как это было?» «Знаете, каким он парнем был?» А скорее передать дух его творчества, дух времени. Такая цель у нас стоит. То есть не будет парня, который выйдет на сцену и скажет, что я Цой? Ни в коем случае. Это мне кажется, пошловатым может быть в любом случае. Это будет дух, это будет как бы содержание его творчества. Это будет как бы, в результате, я надеюсь, возникнет портрет этой фигуры, но через его песни. В таком случае, а как воспринимать будущую постановку, к чему, я не знаю, готовиться? Мюзикл, это драма. Вы знаете, я вам скажу так. Когда я подобные спектакли музыкальные делал в Санкт-Петербурге, то критики не нашли им точного определения, поскольку это и не концерт, это другая форма. Это и не мюзикл, и не рок-опера. Это, там один критик это обозвал, что мы нашли некий собственный жанр, который пока определить трудно. Но в то же время это именно драматические актеры по-своему переосмысливают, но не переиначивают песни Цоя. Мы ищем каждой песне свое индивидуальное звучание, которое, грубо говоря, помогло бы точнее открыть смысл этой песни.
мы не уродуем материал, но ищем свой подход, вот я бы так сказал. А драматургия складывается из того, из простых вещей, какую с какой песней мы соединяем и как мы ее решаем. Это, тем не менее, все-таки не концерт, а некое драматическое, музыкальное, но драматическое произведение. Вот, если в двух словах, то вот так. Как вам удалось получить права на песни Цоя, поскольку, ну, известно, что не всем, даже вот учителю, например, это не удалось? Ну, вы знаете, это благодаря некому доверию со стороны музыкантов и Саши Цоя, Юрий Каспарян, когда я ему рассказал, что вот мы хотим делать свою постановку, такую постановку, он долго молчал, а потом сказал: «Но ты же наш». Поэтому они нам помогли сделать так, чтобы права на песни мы получили. К слову об Александре и группе Кино. Больше 2 лет они не могут до нас доехать со своим концертом. Вот ожидаем в сентябре очередная попытка. Очень надеюсь, что наконец-то это произойдет. Скажите, а в качестве некого рабочего материала, а как вы оцениваете рижских актеров, ну, вот актеров Рижского театра? Вы знаете, я не хотел бы забегать вперед и боюсь сглазить, но я оцениваю очень высоко. Они очень музыкальны, играют на разных музыкальных инструментах. И что самое главное, в спектакле заняты, и вот опять я сказал слово «спектакль», это все-таки не совсем спектакль, но в спектакле заняты те, кто очень хочет. Для меня это принципиально. Желание. Не, знаете, в театре бывает так, что вот человека назначают на роль, не спрашивая его желания, хочет он играть или нет. А здесь для меня принципиально важно еще желание каждого актера в этом участвовать. И желание, грубо говоря, не просто самовыражаться, а вместе искать некое решение каждой песни. Потому что каждая песня, как мне бы хотелось, решена по-своему, отлично от оригинала, но не коверкая его, и в то же время не похожа на другую песню. Вот хотелось бы, чтобы каждая песня имела некое свое решение, свое звучание. Вот, наверное, это и роднит то, что мы делаем с театром как таковым. Не было ли страха того, что вот этот юбилей 60-летия Цоя накладывает какой-то, ну, какой-то лишний груз, и в советское время существовало такой датский спектакль, что вот делали спектакли к определенным датам, как надо сделать там 100-летие Ленина там и так далее. Ну да, ну вы знаете, как бы сказать, то, что делали в советское время к юбилеям и к датам, это и делалось к юбилеям и к датам, грубо говоря, без любви и без особого подключения сердца, да, я бы так сказал. Вот. А здесь, ну да, это 60-летие, это все-таки веха, и Виктор давно вошел в русскую культуру. Я знаю, что просто какие-то фразы из его песен, какие-то уже вошли в анекдоты, в пословицы, в поговорки, вошли просто в русский язык, в русский менталитет, в русскую жизнь. Поэтому это такая фигура, от культуры уже не оторвать. Поэтому, ну да, 60 лет – это какое-то время осмысления их творчества. И, конечно, дата существует, но ни в коем случае не из-за нее мы делаем эту постановку. А название «Вот так», вы очень красиво выразились про подключение сердца, наверняка сердце подключили, выбирая название грядущей постановки, избегаем называть спектаклем. Почему именно «Вот так»? Это стоит ли в этом считывать какой-то уже намек на определенную направленность, на определенную смысловую нагрузку? Потому что, не знаю, можно было назвать «Алюминиевые огурцы», «Я посадил дерево», там, «Троллейбус, который идет на восток». «Звезда по имени Солнце» самое. Ну, в конце концов. Не дай бог перемен. Я вас понял. Вы понимаете, Виктор вообще человек в жизни немногословный. И его песни очень... Тексты его песен очень... как короткие высказывания. Вот, мне понравилось это выражение «Вот так», потому что в нем это, во-первых, из его песни «Кукушка», во-вторых, в этом есть что-то исчерпывающее, утверждающее,
так или и не иначе, вот грубо говоря. Поэтому те песни, которые мы отобрали, те смыслы, которые мы вкладываем, да, в спектакль, это вот так, никак по-другому. Не было достаточно жестко, надо сказать. То есть... Я, кстати, даже спрашивал, так ли категорично эта фраза звучит в переводе на латышский. Вот так, как некое утверждение с восклицательным знаком на конце, мне сказали, что, в общем, да. А вообще, как вы думаете, ну вот для латышского зрителя это будет актуальным? То есть является ли Цой только частью русской культуры, или латышский зритель тоже может найти в нем что-то свое? Я надеюсь, что, что должен, потому что не, то, что идет от сердца, оно же на любом языке имеет отклик. Это я так, извините, витиевато по-газетному сказал, но тем не менее это так. Дело в том, что я знаю, что каверы на Витины песни и поют очень много. Он в Корее популярен, на английском языке его перепевают. Он уже... Да, можно сказать, такая небольшая, но весомая частичка мировой культуры. И от этого никуда не деться. Поэтому я очень надеюсь, что и думаю, что латышскому зрителю это будет близко. Я, кстати, вот часто гуляю по Старой Риге, и вот иногда бываю в переходе вот здесь у вокзала, и там молодежь играет и поет. Ну, я уже несколько раз натыкался на исполнение Витиных песен. Да-да, это вот самое поразительное, что эти песни как бы кормят огромное количество музыкантов, потому что вот они очень, с одной стороны, простые, а с другой стороны, находят какой-то вот ключик к сердцу. А как вы думаете, да, если бы вот Виктор Цой не погиб, ну, кстати, вот под Ригой, ну, практически в Латвии, каким бы он был сейчас, какие бы песни он пел? Вы знаете, это невозможно предположить, но я думаю... в большой печали. То есть эти песни перемен звучали бы сейчас еще более, ну, какие-то новые бы смыслы бы в них открылись? Скорее всего, да. Вы знаете, очень я вот слушаю его песни много лет, и даже некоторые песни создавались практически на моих глазах. В частности, песня «Будь осторожен, следи за собой». Буквально из студии Юра Каспарян ее принес теплую еще очень, на кассете. Очень актуально звучит. Вы понимаете, время вкладывает новые смыслы в его песни, и даже эти смыслы как-то расширяет, потому что изначально эта песня вообще была написана, в общем, как шутка. Там даже на первой записи было слышно, что они смеются в студии, когда ее записывают, такой в черновой записи. Поэтому, как сказать, настоящее творчество, оно со временем только, как сказать, обогащается и становится глубже. То, что с Витиными песнями и происходит. Ну, опять же, я помню, как эта история была по поводу пресловутых перемен, которых требуют наши сердца, что одна из версий, ну, такая тоже шуточная, была в исполнении Цоя, мол, о переменах в личной жизни он пел. Он это утверждал в интервью, потому что он очень, как бы, душевно очень мудрый человек. И когда песню использовали по некому прямому, по словам, как некий лозунг, вот, понимаете, он афористичен, но лозунгов он старался избегать, потому что лозунг – это всегда очень плоско и однозначно. Поэтому он, может быть, в шутку, может быть, серьезно, но он говорил, что это действительно песня о личном. Во-первых, о личной свободе. Виктор же, вот я еще одним из эпиграфов беру фразу из его интервью о том, что я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве. Это очень важно, это очень важно для него. Это прежде всего о человеке, а не всяких политических структурах и играх. Человек. Человек – это центр его творчества, вот так. Кстати, беря во внимание, что
что состав актеров Рижского театра достаточно молодой сравнительно. И вот вы тоже вспомнили музыкантов молодого сравнительного возраста, которые выступают у нас в переходах и поют до сих пор песни Цоя. Приходилось ли вводить какой-то такой экскурс в ту эпоху, погружать и объяснять, как это звучало тогда, что это означало тогда для живущих в советской стране музыка Цоя? Ну, вы знаете, я и актерам очень аккуратно, стараясь не навязывать особо, но я рассказываю какие-то вещи, которые связаны даже и с... даже связаны с техническими вещами. Почему вот именно так произносится? Почему такие фразы короткие? Потому что это еще связано было с техникой. Ну, вы понимаете, когда человек поет в плохую аппаратуру, а при этом ему очень хочется донести содержание своей песни. И потом, когда человек стоит в таких условиях, что вот он сегодня может сыграть концерт, а завтра ему уже не дадут, а ему надо высказаться, это немножко другое каждый раз, как в первый и в последний. Вот, это очень важная составляющая. Я актерам такие вещи немножко рассказываю, потому что это все имеет прямое отношение к исполнению. Да? Есть ли действительно вот это ощущение возвращения какого-то старого времени? Потому что очень... Я просто застал тоже концерты Цоя тогда в Москве, вот когда учился, и мы ходили на его концерты. И было вот действительно ощущение того, что вдруг открылись какие-то шлюзы, потому что это ощущение, что можно говорить вот простым языком и говорить правду, и говорить вот что-то, казалось каким-то чудом. И вот эта, эта ценность, которую, может быть, вот сейчас многие не понимают, но что-то вот как будто бы возвращается с того времени. Вы знаете, я бы сказал так, что не открылись шлюзы, а ребята пробили эти шлюзы, сами пробили их. Это очень важно. Вот. И, конечно, есть ощущение страшного дежавю в наше время. Планируется ли вот показать эту постановку, куда-то вывозить ее за пределы Латвии? То есть, есть ли какие-то такие вот мысли? Вы знаете, у меня таких мыслей нет, и, во-первых, это я не уполномочен в этом, да. Мое единственное желание сделать честно, звонко, сделать классно. А это уже руководство театра решит, я не знаю, если все будет достойно и прозвучит, то, наверное, как-то я очень хотелось бы, чтобы наш спектакль жил дальше, и чтобы как можно большее количество людей его увидело, но это естественное желание. А буквально вчера вечером в Риге в кинотеатре «Splendid» состоялась премьера нового фильма Романа Качанова «Марш утренней зари» о 90-х. Речь идет о 97-98 годе, такое своеобразное, что ли, воспоминание ностальгическое или прощание с той эпохой. Заметили ли вы какую-то... такую тенденцию, что ли, уместно так назвать, наверное, воспоминания о той эпохе? Когда, казалось бы, действительно жилось очень тяжело и неспокойно, но была какая-то перспектива. Вы знаете, я, к сожалению, не видел фильма, о котором вы говорите, но у меня есть такое ощущение, потому что те времена вспоминаются по-разному, но и у меня тоже складывается впечатление, я живу некой ностальгией по тем временам, потому что это было время... духовного, душевного азарта, подъема и огромных надежд на будущее. Это было время, по-своему очень революционное, и я тоже по этому времени очень скучаю. Поэтому духу этого времени. Будем надеяться, что этот дух можно будет ощутить, в самом деле, в спектакле. Этот дух, да, удастся вызвать 27 октября в Риге на Ханзе Вероне. Спасибо огромное. Режиссер, писатель, музыкант, постановщик спектакля, постановки, да, наверное. Постановщик постановки, да. А там уже разберемся, что так. Это. Вот Роман Смирнов с нами был на прямой связи. Огромное спасибо, что нашли время пообщаться с нами, и связь наконец-то удалось восстановить. Ура! Ура! Хорошего дня, всего доброго. Всего доброго. Спасибо вам также. До свидания. До свидания. Радио Болтком.